Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Сегодня у меня обзор клиентских заказов по каталогу 11 компаний Faberlic. Здесь есть несколько позиций, которые я заказала для личного пользования. Их немного, но они присутствуют. И новинки каталога 12 тоже есть у меня в этом заказе. Давайте совсем более подробно разбираться. Первый клиентский заказ – это моя постоянная клиентка, которая каждую неделю мне делает заказики. В этот раз она уехала к своей маме в другой город, тоже в Московской области, ну и немножко такая в озадаченности подошла ко мне на промостойке, говорит: «Татьяна, вот такая-то история, на несколько недель уезжаю, что же делать, как нам быть с заказами?» Ну, я ее, естественно, успокоила, говорю: не переживайте, не волнуйтесь, заказики я сделаю, они вас дождутся, все будет хорошо. И вот один заказ уже ее ждет по этому каталогу с прошлой недели. А на этой неделе уже оттуда, из другого города, она мне звонит и говорит: «Татьяна, я хочу сделать еще один заказ, запиши, пожалуйста». Ну, и в этом заказе у нее два шампуня, один с алоэ, и один крапивный. С алоэ 29-15 артикул, 380 мл, здесь тоже 380, крапивный шампунь. Крапивный вообще она очень часто мне заказывает, с алоэ периодически. Я сама так пользуюсь этими шампунями, вообще все члены нашей семьи. Чаще всего крапивным шампунем очень нам нравится, и периодически покупаем шампунь с алоэ. Оба хороши, оба хорошо и волосы очищают, и придают объем, и мягкими волосы делают. В общем, оба этих шампуня нам подходят. Шампунь с алоэ еще и дополнительно блеск для волос придает. В общем, классные шампуни. И вот в заказе у клиентки их два. Еще она заказала два геля для душа. Это крем-гель для душа, линейка «Ля Крем». Два разных. Один, сейчас назову, роскошная мягкость с миндальным маслом и молочными протеинами. Артикул 83-91, здесь 250 мл. Очень классный, комфортный для кожи крем-гель, не сушит кожу, хорошо увлажняет. И еще один. Этот с клубничным соком и молочными протеинами, по свойствам похожи. Артикул 83-94, разный немножечко по аромату. Дальше, в ее заказе еще два крема. Видите, все по два у нее в этот раз. Крем из серии Green Karma, дневной и ночной. Этот заказ уже не для нее, а для ее знакомой, подруги. Там, где она сейчас находится, в общем, когда она мне звонила, говорит: вот рядом сидит у меня подруга, сидим вместе, листаем каталог Faberlic. В общем, она решила заказать два вот таких крема для лица. Я сама этой линейкой пользовалась. Линейка хороша, может быть, на более прохладный период времени, с маслом конопли. Артикулы. Ночной крем 66-75, 50 мл здесь. И дневной крем, артикул 66-74. Сейчас в этом каталоге, в 11-м, при покупке двух этих кремов, набор идет дешевле. Ну и вот, собственно говоря, он присутствует в заказе у моей клиентки для ее подруги. Дальше, следующая клиентка, это не постоянная клиентка, подошла ко мне на промостойке, задала вопрос, есть ли у нас компания геля для интимной гигиены. Ну, конечно же, есть, и не один. Я ей порекомендовала те варианты, которыми я пользуюсь сама. Я пользуюсь вот этой линейкой Store d'Amour. Очень мне нравится гелем для интимной гигиены. Вот это для чувствительной кожи. Артикул его 87-22. И вот этот просто с афродизиаками. Хоть он и не для чувствительной кожи, артикул 87-21, но и тем не менее никаких неприятных моментов, никаких раздражений, шелушений и чего-то подобного он не вызывает. Ни тот, ни другой. Я сама ими активно пользуюсь, очень нравятся мне эти средства.
Как только у меня одно заканчивается, я начинаю другую упаковочку, всегда про запас имею. Ну и вот клиентка говорит: хорошо, давайте я закажу два, оба попробую, а там дальше будет видно. Знаете, как новые клиенты, они обычно так и говорят: а дальше будет видно. Следующий клиентский заказ, это моя тоже непостоянная клиентка, подошла на промостойке, и у нее был запрос на отбеливатель, вот одна штучка присутствует в заказе у меня, артикул 328, ну, это must have, отбеливателем я постоянно сама пользуюсь, и пятновыводителями всевозможными. Отбеливатель очень хорош, действительно, для белого белья. У меня в этот раз сотрудница торгового центра попросила пробничек. У меня не было, я просто ей отсыпала. Ей нужно было отбелить белую блоску, которая, ну, долго уже у нее хранилась, хлопковая вещь, немножечко желтизной уже. Говорит: ну, не покупать же мне из одной блоски вот целую упаковку, а у нее есть такой пятновыводитель. Я говорю: ну, давай я тебе принесу, ты посмотришь, как там, может быть, тебе действительно для однократного применения будет этого достаточно. Ну и одним словом, подходит на промостойке, говорит, вот такая передо мной: ну как? Действительно, у нее блузка прям такая беленькая, вот такая вот. Ну, в общем, все, справилось наше средство, вот этот отбеливатель. И действительно, он очень-очень эффективный, очень хорошо он отбеливает вот такие светлые какие-то вещи. Для этих целей я сама его и использую. И у нее в заказе вот такой спрей для стекол и зеркал. Она захотела заказать 348 артикул. Вот этот спрей я использую не только для стекол и зеркал. По сути, это универсальное средство, жиденькое, оно голубенькое такое, да. Распыляю вот на поверхности, ну такая своего рода влажная уборка получается. И просто тряпочкой протираю, очень нравится, вот для этих целей в том числе. И использую еще для экранов мониторов, в том числе для экрана телефона, для очищения. В общем, очень такое классное средство. И клиентка заказала. И салфеточку для стекол и зеркала. Отдельная салфетка у нас есть. У нее очень такая интересная поверхность рифленая. Салфеточка очень классная, мне самой нравится. У меня всегда вот такая салфетка отдельно от других, потому что, ну, если ее использовать, в принципе, для уборки всех поверхностей, то уже немножечко свойства ее теряются, скажем так. Ну, не то чтобы теряются, но все равно для уборки стекол и зеркал лучше иметь отдельную салфетку, и тогда без проблем она будет справляться с разводами, то есть никаких разводов, ничего она не оставляет. Артикул этой салфетки 11032. А размер 35 на 35 сантиметров. Материал микрофибра, 80% полиэстера и 20% полиамида. Классная салфетка, в общем, очень нравится. У меня эта салфетка лежит отдельно от других. Я всех своих предупреждаю, чтобы этой салфеткой пользовались только целенаправленно, по назначению, чтобы никакие поверхности больше не протирали. Ну, в общем, так. Дальше. Что еще? Ложечка. Она шла вот к этому отбеливателю. И ложку я не стала удалять из заказа. Она на автомате падает. Как правило, ложку я всегда дарю. То есть денег не беру за это дело. И вот тоже клиентка придет. Я ей эту ложечку подарю вместе с отбеливателем. Клиентские заказики все. Их немного, но и тем не менее они есть. Дальше мои заказы. У меня в заказе тоже отбеливатель, потому что мой заканчивается. 328 артикулов я вам уже называла. Это одна штучка для меня. Еще я заказала вот такой биогель для очищения туалета из серии с гномиком, да? Home Gnome Greenly называется линейка. Артикул его 10898. Сейчас в каталоге он идет дешевле. И мне это средство очень нравится. Хоть оно и называется биогель, на самом деле здесь такое достаточно жидкое средство, но
не совсем, может быть, гель, прозрачная, очень яркий, такой выраженный, хвойный у него запах, но он мне нравится. Кто-то говорит, что слишком яркий, а мне нравится. Пусть лучше хвоей в туалете пахнет, чем чем-то другим, да? Вот, и когда это средство, в общем-то, заканчивается, и оно идет в каталоге по хорошим ценам, я всегда одну штуку приобретаю. Сейчас для уборки туалета я использую именно это средство. А вообще у меня самый любимый гель для унитаза – это зелененький такой, 5 в одном. Но там запах, на мой взгляд, похуже, чем у этого. Хотя тот и эффективно также справляется с загрязнениями в унитазе. Давайте я вам прочитаю, вот какими эффектами обладает данный гель, каким функционалом. Да, я не сказала, что это средство работает даже в жесткой воде. Вообще вся эта серия Home Gnome Greenly. Особая биоформула с легкостью удаляет известковый налет, ржавчину и мочевой камень с фаянса, фарфора и металла. Комплекс биоразлагаемых моющих компонентов растительного происхождения прекрасно смачивает поверхности и способствует лучшему удалению сложных загрязнений. И еще в составе активные комплексы органических кислот справляются с воздействием даже жесткой воды, с обильным известковым налетом и ржавчиной, обладает антибактериальным эффектом еще дополнительно и обеспечивает гигиеническую чистоту. В составе также натуральные компоненты эфирных масел – пихты, сосны, кедра, голубой ели и эвкалипта. Все это дарит восхитительный аромат свежести и погружает в атмосферу чистого хвойного леса. Поэтому здесь и такой яркий аромат. То есть состав вы сами видите, он действительно на основе органических кислот, никакой химии здесь нет. В общем, шикарный вот такой гель, но учитывайте, что он такой жиденький и бесцветный, очень классный. И я вот одну штучку себе заказала, сейчас на него выгодная цена в этом 11 каталоге. А еще у меня в заказе вот такая губочка для мытья посуды. В этом каталоге две салфетки идут дешевле. Вот если вместе две заказываешь, ну, можно там разные варианты. Просто я одну для клиентки заказала, а вот эту для себя. Вот этой губочкой я пользуюсь постоянно, мне она нравится. Как только одна заканчивается, я очередную приобретаю. И уже та, которой я пользуюсь, требует замены. Она небольших размеров, 13,3 на 9 сантиметров. И артикул ее 910075. Здесь она такая, вот видите, из микрофибры. А здесь у нее немножечко металлизированная поверхность. Очень нравится губочка, и удобная, и хорошо очищает поверхности посуды. Мне нравится. Я использую, конечно же, для мытья посуды эту губочку. И еще у меня в заказе вот такой парфюм. Это даже не для меня парфюм, а для клиента. Еще один клиентский заказ. В общем, у меня есть постоянный клиент, который пользуется данной парфюмерной водой. Это мужской парфюм «Викинг». А эти ароматы у нас парные. Есть у нас еще женский парфюм «Валькирия». И свежий такой достаточно аромат с цитрусовыми нотами, с легкими древесными нотами в аккорде. Холодный аромат очень хорошо подойдет на летний период времени. И тот, и другой. Женский и мужской, я имею в виду, да, парные ароматы. Так вот, этот аромат у меня постоянно заказывает клиент. Очень ему нравится, вот как только у него заканчивается, он сразу приходит и заказывает следующий. И на прошлой неделе он ко мне подошел на промостойке и задал вопрос: «Татьяна, у меня вот заканчивается парфюм, будет для меня?» Я говорю: «Не вопрос, сделаем». И у меня всегда есть одна штучка этого парфюма в запасе. Но у меня как раз в этот момент данный парфюм забрала клиентка. И, соответственно, вот этот парфюм пойдет для данного клиента. Он должен уже не сегодня, а завтра ко мне прийти его забрать. Артикул 3236. Очень классный, действительно, свежий аромат. Мне тоже очень нравится. И подойдет и для молодого человека, и для подростка может подойти, и для мужчины в возрасте, если нравятся вот такие свежие, холодные ноты в аромате. Ну и теперь мы с вами
переходим к новиночкам. У меня в этот раз их немного. Новинки вот этого 12-го каталога. Здесь у нас в новинках обновленный вот такой вариант, обновленный дизайн. Серия Grand Prix ухода за руками, комплексный уход. Здесь и гель для размягчения кожи рук, и скрабик, и кремы. Два варианта разных. Тут и омолаживающий есть крем. В общем, у нас вот эта линейка Grand Prix в такой фиолетовой упаковке была. И у меня даже эти кремы где-то еще в остатках есть. То есть я их не доиспользовала. Поэтому я не стала приобретать пока что. Нужно доиспользовать то, что имеется. А состав такой же, как и был раньше. И я не стала приобретать в данных новинках. Еще у нас здесь в новинках идут запеченные тени. Два разных варианта теней. Я тоже не стала покупать, потому что, ну, теней у меня столько, что надо доиспользовать то, что имеется. А здесь даже не два варианта, а три варианта теней. Вот видите, разные тени. В общем, надо доиспользовать то, что имеется, тем более, что вот эти тени запеченные, ну, как-то не очень мне подходят. Сколько я их не покупала, до конца никогда не использую, вот чуть-чуть как-то пользуюсь, потому что здесь много теней атласных, с шиммером, ну, то есть с эффектом поблескивания, но на возрастном веке это не всегда так может хорошо смотреться. В общем, я если пользуюсь, то одним-двумя оттенками всех теней. Ну и как-то не стала заказывать, не вижу в этом большого смысла. А вот что заказала из новинок, это дезодорант. И, честно говоря, немножко разочаровалась, но не то, чтобы разочаровалась, но не мой это аромат. Заявлен он как свежий такой аромат, с озоновыми нотами, с каким-то морским аккордом. Я думала, что он будет свежий-пресвежий, на самом деле нет. Он не свежий-пресвежий. Вот прям слышу сладковатые ноты, и там еще заявлено в нотах цветочный запах кувшинка. Кувшинка, не знаю, не кувшинка, цветочные ноты, да, они присутствуют, они слышатся, но больше слышится какой-то такой пудровый аромат, сладковатый, не совсем мой. Но этот дезодорант я отдам дочке, потому что сама я предпочитаю такие свежие больше ноты. Вот из этой линейки Idel мне нравится зелененький такой аромат, там действительно зеленые такие свежие нотки. Есть и цветочные легкие ноты, но все-таки больше там действительно он свежий. А вот этот больше какой-то сладенький, такой пудровый. Я бы его свежим не назвала. Артикул у него 6800. Ну, в общем, не мой на самом деле. Ничего страшного нет. Прям слышится. Для меня он как-то по нотам слишком ярковатый. Ну, не знаю, это мое личное такое впечатление, поэтому все мы разные. Тут, конечно, надо смотреть. В общем, у меня так. У меня вот такие вот о нем отзывы. Дальше я купила детское мыльце, и не одно, а два. И когда я увидела этого бегемотика в каталоге, думаю, как классно, наконец-то у нас такое разноцветное мыльце, фиолетовое, то обычно они у нас либо белое, либо какое-то розовое. Открываю я это мыльце и вижу, что оно не фиолетовое, оно розовое. Думаю, ничего страшного нет. Какой-то такой кремовый, приятный у него аромат. Не знаю, цветочный, не цветочный, но кремовый какой-то. Неяркий такой аромат, и в виде бегемотика очень забавно, очень удобно будет малышу держать в ручке. Мыльце это в детской серии возраст 3+, 60 граммов здесь этого мыла, не слишком оно большое. Ну, такое вот приятное мыльце. Ну, в общем, две штучки купила, порадую себя, своих близких, нам нравятся разные такие фигурные мыло, хоть мы и не дети уже давно, но все равно приятно, да, в руках держать. Ну, в общем, вот так вот, тоже такой момент. Здесь одно, вроде бы фиолетовое, и в каталоге фиолетовое, а на самом деле оно и нисколько не фиолетовое, а розовое. Я же вам не назвала артикул. Так, сейчас скажу. Артикул у него 29,56 у этого мыльца.
Вот такое мыльце. Ну и это все заказы и все товары, которые у меня были в этом заказе. Заказ действительно небольшой, всего лишь на 30,8 балла. Но и тем не менее, товары все нужные, да. И клиентам, и для себя заказала, и новиночки попробовала. В общем, вот таким образом. Ну и мне осталось рассказать вам про акцию новичка. В следующем 12-м каталоге у нас денежный приз. У нас такой бывает редко. И вот 500 рублей вы можете получить в подарок, если вы станете льготным покупателем, оформите свой личный кабинет вот по этой ссылке, которую я оставила под данным видео, и оформите заказ на 1500 рублей в каталоге 12. Он у нас действует с 21 августа по 10 сентября. И в следующем за ним каталоге, то есть в каталоге 13, в этом случае вы получите в подарок при заказе также от 1500 рублей без учета стоимости доставки. Вот такой денежный приз, то есть в этом заказе от 1500 рублей минус 500 рублей, и еще у вас сработает скидка 20% на те товары, которые вы получите в этот заказ. То есть совсем за небольшие деньги вы можете получить классные товары, воспользовавшись вот такой акцией. Так что не упускайте свои возможности, под данным видео активная ссылочка. А вот в этом 11-м каталоге у нас продолжает действовать другая акция для новичка, когда за такой же заказ на 1500 рублей вы получаете в подарок набор для уборки в доме. Это универсальное моющее средство, средство для мытья посуды и мыло для кухни, устраняющее запахи. Все три этих средства в подарок. В следующем каталоге, получается, вот в этом, в 12-м, если до 20 августа вы оформляете свой личный кабинет и делаете заказ на 1500 рублей в ценах каталога, для вас еще и на 20% будет меньше. Не упускайте, еще раз повторюсь, свои возможности, используйте любые, которые вам предлагает компания, и, конечно же, быть льготным покупателем в компании Faberlic очень-очень выгодно. Становитесь им, если у вас на данный момент нет личного кабинета. Ну, а на этом я завершаю видео. Если оно вам было интересно, полезно, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Говорю вам всем пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео. Пока-пока.